Давайте сегодня приготовим бибимбап. Для этого нарезаем чимчи соломкой. Вот такой вот соломкой. Далее наливаем 50 грамм масла и жарим лук до золотистой корочки. Лук у нас пожарился. Добавляем чимчи. Предварительно отжимаем его. Закрываем крышкой и жарим минут 15. Далее добавляем специи. Все перемешиваем и закрываем крышкой. Добавляем столовую ложку сои. Накрываем крышкой и минут 5 жарим. Жареный чимчи наш готов. Будем заправлять бибимбап. Далее берем вареный рис, отделяем белок и желток смешиваем с рисом. Все хорошенько перемешиваем, разогреваем масло и будем жарить рис. Слегка обжариваем минуты 2-3. Далее добавляем колбасу. Снова все перемешиваем. Добавляем жареные чимчи и все хорошенько перемешиваем. Далее добавляем паприку, можно острый перец. Соевый соус, 2 чайные ложечки. Снова все перемешиваем и добавляем белок. Обжариваем минут 5. Далее добавляем кунжутное масло по желанию, 2 чайные ложечки. Ну все, наш бибимбап готов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, чтобы не потерять наши вкусные рецепты. Приятного аппетита!